Приветик, привет всем, привет, 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 привет. Сегодня очень необычный прямой эфир, потому что телефон не мой, и я веду эфир с Сашиного телефона, и все как-то совсем по-новому, хоть телефоны одинаковые. Ну ничего, я думаю, что будет все даже лучше, чем обычно. Сегодня мы с вами приступаем к расчетам вырезов. Я вам расскажу три разных выреза, как сделать на них расчеты. Вырез будет квадратный, вырез будет круглый, и вырез будет V-образный. Самое, наверное, сложное из этих всех трех — это круглый вырез. Мы его рассматривали уже много-много раз в разных интенсивах, но я все равно повторяюсь, потому что, ну вот, пройма и вырез — это, наверное, такие самые проблемные части, ну вот, в процессе расчетов, на которых я буду, наверное, и дальше останавливаться, и больше, и больше. Вот, поэтому задавайте вопросы, если что-то непонятно. Если что-то непонятно по поводу пройм вчерашних, тоже спрашивайте. Я выложу записи, еще на ютубе записи этой нет по проймам, и обязательно вы еще посмотрите повтор, кто не посмотрел. Поэтому не пугайтесь, мы монтировали видео, и вот, честно говоря, недавно совсем это все загрузилось, создалось, и буду, наверное, уже после прямого эфира запись загружать. Приветик всем, кто здоровается. Как у вас продвигаются дела с вязанием, расскажите. Как, что вы там, на каком этапе? Я очень много домашек проверяю, но все равно интересно, как у вас уже там продвинулось, потому что скидывают мне девочки начало, а вот как сейчас, я не знаю. Также еще хочу сказать, что после нашего этого эфира состоится первая лекция. Я думаю, что вы уже все почитали у меня на страничке пост про лекции. Саша сегодня проведет первую лекцию на тему ценообразования. Он расскажет, как мы с ним, ну, в принципе, как чаще всего он, потому что он этим не занимается, устанавливает цены на наши изделия. И это вам пригодится не только... ну, в плане вязания, то есть если вы вяжете, ну и вообще, в принципе, если вы что-то изготавливаете своими руками, или, в принципе, вообще, если вы что-то продаете, это будет вам полезно и удобно будет потом делать все расчеты. Так что еще можно присоединиться, вы мне можете после эфира написать, я скину реквизиты для оплаты. У нас 6 лекций пройдет, и все 6 лекций стоят 1900 рублей. Если вы хотите одну лекцию, то она стоит любая 1000 рублей. Пишите еще, вот сейчас открывала сообщение в директе, многие девочки оплачивают до сих пор, я боюсь кого-то пропустить, поэтому пишите, пишите мне, вот прям конкретно, что Саша, скиньте ссылку, хочу лекцию, чтобы я не пропустила. Я все распустила. Почему распустили? Вот, кстати, сейчас пиликнула оплата. Почему распустили? Приветик. Разгребаю ажуры, схемы, образцы. Отлично. Спинку довязала до пройм. Сегодня все посчитаю и довяжу ее. Потом заперед возьмусь. Отлично. Я только начала. 10 рядов. Главное, что начало есть. В Ютубе удобнее, качественнее, без сообщений. Вот, хорошо. На Ютубе обязательно будет. Не переживайте. Многие спрашивают, ой, что этого видео не будет? Нет, все будет. Ну что, давайте переверну камеру и начнем. У нас с вами минут, наверное, 40 на то, чтобы я успела все рассказать до начала лекции. И в то же время не хочется тоже вас сильно грузить какой-то лишней информацией. Так что давайте начнем. Будем рассматривать вырезы. Привет, привет. Привет. Чё, она не переворачивается? Ку-ку. Вот, перевернула. Интересно с Сашиного телефона вести эфир. Что получится? Прям вообще так интересно. Как будет себя этот телефон вести? Так, я вот тут подымаю вас немножко. Вот я уже нарисовала, как видите, здесь несколько видов вырезов, поставила номерочки, здравствуйте, вот первый у нас будет квадратный, второй будет круглый и третий вырез будет V-образный. Мы сначала начнем с квадратного, но вообще, в принципе, с самого начала я хочу записать все необходимые мерки, размеры, которые мы будем использовать. Я снова беру свою выкроечку, которую я всегда использую. Что нам здесь нужно будет в квадратном вырезе
записать. Ну, самое главное, самое первое, что бросается в глаза, это, естественно, ширина выреза, вот эта часть. Ширина выреза также и у этого круглого выреза будет такая же, и у этого. Ищем, где у нас ширина выреза. Вот, ширина выреза 19. Я записываю сюда 3 раза 19 на каждый случай. Следующее, что нам необходимо, это ширина плеча. Вот эта часть у нас есть у каждого платья плечо, и здесь я запишу ширину плеча. Как вы видите, здесь я отметила, что может быть и с проймой платья, и со спущенным плечом, и с вот такой маечкой. То есть здесь могут быть все три варианта. Я вот так схематично нарисовала. Итак, ширина выреза. Ширина выреза у меня 8 сантиметров. Вот, кстати, я когда здесь писала свои мерки, у меня оказалась здесь ошибка. Я потом увидела, что у меня было тут, по-моему, 13, а должно быть 8. Вот записываю. Я вот тут 8, это ширина моего плеча. Так, приветик, девочки, если вопросы есть, пишите. И еще, что мне нужно, это, естественно, глубина выреза. Глубина выреза здесь... Ну, предположим, да, мы возьмем только вперед, хотя здесь может быть и вперед, и спинка. У меня это 10 сантиметров. Здесь точно так же глубина выреза, ну, спереди будет 10, на спинке здесь отмечу 3 сантиметра. Это мы с вами тоже уже записывали. И тут точно так же глубина моего выреза. Я здесь брала глубину выреза со своего пробного платья, потому что таким способом выреза я его вязала, она здесь у меня 17, поэтому тут я запишу 17, глубина моего выреза. Так, мерки мы записали. Привет, я вчерашний эфир пропустила, но допробуем еще больше половины вязать. Привет, посмотрите повтор, ничего страшного. Вот, записала я все необходимые измерения для каждого выреза. Теперь будем рассматривать каждое отдельно. Вот у меня циферка 1, первый квадратный, и рассмотрим его. Я сразу перепишу все сантиметры сюда, чтобы мне было удобней. Глубина выреза 10, ширина выреза запишу его здесь. 19, ширина плеча и с одной, и с другой стороны, не забывайте, у нас два плеча, 8 и 8. Вот так записала я все необходимые данные. Что мы делаем дальше? Мы записываем плотность нашего вязания. У меня я буду вязать свой этот вырез квадратный узором номер 1. Так, я посмотрю, запись идет. Узором номер 1, как вчера я это все записывала. И все продолжается, потому что у нас после проймы у меня лично идет тот же самый узор. И записываю я его плотность. У меня здесь будет ширина, а здесь будет высота. Записываю. Ширина у меня 23 петельки 14,5 сантиметров, а высота 12 рядов 6,5 сантиметров. Так, вроде все правильно. Записала. Я беру это отсюда. Помните, где мы записывали плотности всех узоров? Специально вам показываю, что, чем я пользуюсь. Что мне нужно узнать здесь? Давайте посмотрим. Ширина. Ширину мне нужно узнать 8 сантиметров. Это мое плечо. И мне нужно знать 19 сантиметров, это конкретно мой вырез. Написала, что мне нужно узнать в высоте. В высоте, естественно, высоту моего выреза, она у меня 10 сантиметров. Я здесь рассматриваю только вперед, у вас будет спинка, и вы наперед и на спинку будете записывать два значения. Ну, я думаю, что это понятно. Это у меня только вперед. Считаем, как я считаю. 23 я умножаю на 8 и делю на 14,5. У меня получилось 13. Дальше 23 я умножаю на 19 и делю на 14,5. У меня получилось 30. Если что-то не так, исправляйте, может быть, где-то ошиблась. 12 я умножаю на 10 и делю на 6,5. У меня получается 18. Перед вязанием, как садиться вязать, я еще сразу все вот эти вот расчеты проверяю. Беру калькулятор, считаю все прям вот заново. Дальше, что мы делаем? Мы посчитали, что у меня... Давайте сначала продолжим. Не будем пока сюда записывать. Сюда можно записать размеры петель, количество петель и количество рядов. Но давайте проверим одну вещь. На спицах у меня сейчас
После того, как я связала вот свой период, связала пройму, на спицах сейчас у меня 70 петель. Вот вы должны тоже знать количество ваших петель на спицах перед вязанием вашего выреза. 8 петель у меня. Так, подождите, я не права, это не перед вырезом, это до проймы. Вот здесь у меня было 70 петель, вот эта часть у меня 70 петель. Вот так, правильно. На проймы у меня ушло по 8 петель, то есть 70 минус 8 и минус 8, это у меня были проймы, вчера мы их считали. Я считаю, сколько петель у меня должно быть перед вырезом. Вот я проймы свои отняла, и у меня получилось 54 петельки. Вот у меня перед вырезом на спицах должно остаться 54 петельки. Дальше, что я считаю? Я вот эту часть высчитываю. Я это все сейчас посчитаю, сколько у меня получается. 13 петель мое плечо, плюс 30 петель мой вырез, и плюс 13 плечо. У меня всего здесь получилось 56 петель. Это число никак не совпадает с вот этим, с 54. Разница в 2 петельки. Значит, мне нужно, чтобы у меня было 54 петельки на спицах, правильно? Поэтому отсюда я должна что-то убрать. Я уберу вот отсюда, у меня будет не по 13 петель на плечах, а по 12. Возьму 12. Значит, здесь у меня 12 петель. Вот это самое важное, что я сделала, чтобы у меня все совпало с тем, что у меня есть на спицах. И вот теперь сюда я уже могу записать количество рядов и петель. У меня на плечо идет 12 петель на одно плечо, на второе плечо тоже 12 петель, и на ширину выреза у меня идет 30 петель. Вот мой вырез 30 петель. И тут 10 сантиметров 18 рядов. Вот и все, теперь можно спокойно вязать. Так, вяжется сплошным полотном, а потом делим на спинку вперед и отдельно вяжем, если у меня нечетное количество раппортов, как поделить. Значит, вы свои раппорты делите пополам. То есть у вас один раппорт с одной стороны будет поделен пополам, и второй раппорт с другой стороны поделен пополам. Да, это вчера я рассказывала, когда мы пройму рассматривали, что после проймы мы вяжем поворотными рядами, по кругу уже не вяжем. Ну и что тут, какой план вязания? Мы просто... Начинаем отсчитывать 12 петель с одного края и вяжем вверх прямо 18 рядов. Посерединке 30 петель закрываем и вяжем с этой стороны вверх 18 рядов, 12 петель. На спинке у вас тоже будут какие-то расчеты, количество рядов у вас будет другое, а петли совпадут, будет то же самое. Так, что у нас теперь с V-образным вырезом? Давайте посмотрим на него. Это третий наш случай. Я сначала самые простые рассмотрю, а потом самый сложный, это круглый. Снова беру свой узор 1, я продолжаю вязать первым узором после проймы. Если понятно, напишите, девочки, насчет этого. Если непонятно, тоже пишите вопросы. Записываю я плотность, у меня ширина, высота, плотность отсюда перепишу. 23 петельки 14,5 сантиметров, 12 рядов 6,5 сантиметров. Что мне здесь в этого выреза нужно посчитать? Так, вопросов пока нет. Пишите, все ли понятно. Я пока запишу мерки, которые, размеры, да, выреза, которые мы вот тут уже записывали. Так, 17 – это моя глубина выреза. Дальше, 19 – это моя ширина выреза. Это все сантиметры. И плечо у меня с одной и с другой стороны по 8 сантиметров. Вот так записала я. Готово. Теперь смотрим, что нам нужно посчитать здесь. Так, понятно. Пишите, девочки, еще, кому понятно, что происходило вот в этом случае. Что мне нужно посчитать здесь? Ширину. Ширина, естественно, 8 сантиметров плечо и 19 сантиметров сам вырез. Мы только что это сделали, поэтому я сразу напишу, тут 12 петель у меня, мы посчитали, и тут 30 петель. Мы только что посчитали, поэтому просто перепишу. Так, и тут высоту мы должны посчитать, сколько 17 сантиметров у нас рядов. 12 я умножаю на 17 и делю на 6,5. У меня получилось 32 ряда. Вот 32 ряда мне нужно на мой V-образный вырез. Ну что, непонятно, все молчат. Пишите, девочки, мне нужна обратная связь. Что здесь мы делаем? Все то же самое, когда мы
рассматривали с вами, помните, вчера пройму маечку. Это значит, что за 32 ряда нам нужно убавить не 30, а 15 петель, заметьте, сейчас я это объясню. Мы делим пополам, вот так вот наш вырез V-образный, на две части. У нас с одной стороны вот 8, плечо 8 сантиметров, это 12 петель, с другой стороны 8 сантиметров, это 12 петель. Вот здесь всего у нас вырез 30 петель, но мы делим вырез на две части, у нас с одной стороны получается 15 петель, и с другой стороны у нас получается 15 петель. Ага, все понятно, хорошо. То есть мы берем именно половинку нашего выреза, поэтому вот тут 15 петель. За 32 ряда нам нужно убавить 15 петель, и помните самое главное слово — равномерно. Это у нас было вчера, и сегодня мы это повторяем. Так, все понятно, понятно. О, ура, спасибо, что вы пишете. Фух, я теперь спокойна, что все понятно. 32 ряды я делю на количество петель, которые нужно убавить, на 15. У меня получилось 2,1. Это значит, что мы в каждом втором ряду убавляем одну петельку. Я могу нарисовать здесь свою любимую табличку с клеточками. Нарисую я 32 клеточки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нарисую 32 клеточки и отмечу убавки. Буду я вязать вот так снизу вверх, слева направо. Отмечу убавки. Мне в каждом втором ряду нужно убавить одну петельку. Вот я ставлю точку. Точка у меня будет означать минус 1 петелька. Сразу с первого ряда начинаю убавлять. И вот в каждом втором ставлю точку. Это значит, что у меня тут будут убавки в этих рядах. Всего у меня должно быть 15 убавок. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот, 15 убавок готово. То есть мы просто берем, вяжем с вами ряды наши, уже поворотные ряды, не по кругу, и отмечаем провязанный, так, у меня карандашка тут нет, сейчас я возьму отсюда, и отмечаем провязанный ряд. Вот мы один провязали, отметили, что у нас здесь есть убавка, то есть мы убавляем вот здесь, начиная с центра выреза по краю все петельки. Я покажу вам, как это делать. На примере. Пока просто пишем расчеты. Так, все понятно, записываем. Понятно, спасибо. Ура! Саша, мы убавляем и в лицевом, и в изнаночном, получается. Могут тут быть убавки и в лицевом, и в изнаночном. Да, это не страшно. Нам главное, чтобы было равномерно. Это самое важное слово. Если вы будете там стараться убавлять только в лицевом, возможно, у вас вырез будет немножко кривоват. Вот у меня получилось в каждом втором. Вспомним, вчера мы с вами писали по поводу... Сейчас я найду эту запись. Вчера мы с вами писали по поводу различных вариантов, что получается, в каком случае, в каком ряду тогда нам нужно убавлять. Вот тут все то же самое, что мы писали вчера. Сегодня это все повторяется в V-образном вырезе. Так, понятно, отлично. Тут тоже план работы. Мы сначала вяжем одну часть, потом вторую часть. Делаем убавки, и в конце мы должны прийти к 12 петлям. У нас должна остаться 12 петель на наш плечиках, а убавить мы всего должны 15. Вот эта часть у нас идет с убавками с одной стороны и с другой стороны. Вот эти части мы убавляем. Ну вот, я думаю, понятно. И дальше третий вырез. Я уже тут нарисовала шпаргалку для себя, чтобы вам не время не тратить ваше и свое, чтобы побыстрее рассказать. Так, что нам необходимо для нашего кругленького выреза? Так, привет, Сашуля. Признаюсь честно, сейчас не особо понятно, а в записи смотрю все как по полочкам, потому сейчас просто приятно тебя послушать. Это нормально, девочки, если во время эфира немножко непонятно. Я уже привыкла к этому. Самое главное, что потом все понятно, поэтому не переживай, вы тоже не переживайте, когда будете смотреть запись, поймете. Если мы вяжем скос плеча, то в этих рядах мы убавки не делаем или тоже их считаем? Тоже считаем, мы все ряды считаем, которые у нас есть, параллельно делая скос плеча. Про скос плеча можете видео посмотреть у меня в интенсиве «Свитер с вточным рукавом». Там как раз я рассказывала, как одновременно скос плеча вязать и убавки. Итак, наш круглый вырез.
вырез. На круглый вырез нам нужны те же самые мерки. Я буду рассматривать вырез спереди, вы потом сделаете то же самое для выреза на спинке. 10 глубина нашего выреза, по 8 сантиметров плечи. И сам вырез у нас 19 сантиметров. Оставляю все те же мерки, потому что они у меня, в принципе, и были такие же. Так, естественно, беру свой узор один, как всегда, он у меня остается. И мы будем высчитывать некоторые размеры, записывая ширину и высоту. Так, ширина у нас, снова повторюсь, 23 петельки 14,5 сантиметров и 12 рядов у нас 6,5 сантиметров. Готово. Что нам нужно узнать здесь? Все то же самое. 19 сантиметров наш вырез, 8 сантиметров наше плечо. Это мы с вами только что посчитали, поэтому просто переписываю. 30 вырез, 12 петель плечо. И тут то же самое, с этой стороны нам нужно узнать глубину выреза 10 сантиметров. Мы тоже с вами это посчитали, у нас получилось 18. Считали же, да? Считали, когда квадратный вырез рассматривали. Все готово. Здесь отсюда, что нам важно понимать, 18 рядов, количество рядов равны количеству этапов убавок вот с каждой стороны нашего выреза. То есть 18 рядов, у нас 18 этапов. Мы с вами это рассматривали уже, я повторяюсь, но это действительно тема такая не очень с первого раза понятная для многих. Это значит, что мы имеем 9 пар. Лицевой ряд плюс изнаночный ряд. Так как мы будем убавлять и в лицевых, и в изнаночных рядах, но я считаю пробег туда-назад за один этап, за одну пару. Поэтому я все время уточняю, что у нас 9 пар лицевых и изнаночных. Здесь, естественно, вырез мы делим пополам, потому что мы сначала убавляем одну сторону, потом другую сторону. Всего тут у нас, помните, 30 петель. По 12 петель у нас на плече. 30 петель мы делим на две части. У нас с одной стороны минус 15 петель и с другой стороны минус 15 петель. Приветик, приветик. Поэтому здесь еще раз запишу: 30 петель мы делим на 2, у нас получается 15 петель убавить с каждой стороны. Ну, это, думаю, понятно. Убавить с каждой стороны. Готово. Так, что мы делаем дальше? Дальше я записываю свои этапы. У меня их 18 этапов и 9 пар. То есть я записываю 9 значений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Каждое значение – это пробег туда-назад. Лицевой, изнаночный ряд. Лицевой, изнаночный ряд – это 1. Лицевой, изнаночный ряд – это 2. И так далее. Вот нам нужно убавить 15 петель. Я это запишу еще раз, чтобы здесь мне можно было их считать. И вот я рисую для себя такую полуокружность, как это правильно сказать. Так, если 13 сантиметров длина плеча была на самом простом лифе без проем, то что это может быть 13 сантиметров длина плеча? Что дальше? Нарисовала, сейчас я поделю пополам. Естественно, мы сначала вяжем один кусок, потом мы вяжем второй кусок. И вот если рисовать наш процесс вязания, вот мы начинаем вязать лицевой ряд, у нас здесь лицевой ряд. Мы его, как правило, всегда вяжем, да, справа налево. Дальше у нас продолжается этот лицевой ряд. И с этой стороны я буду вязать, с внутренней стороны, буду вязать убавки в лицевом ряду. Когда мы довязываем до этой части, вот мы вяжем эту половинку, довязываем до этой части, у нас здесь убавки в конце, я пишу конец. Если мы вяжем эту часть, то в лицевом ряду, начиная лицевой ряд, у нас идут убавки в начале ряда, поэтому я тут пишу начало. А с этой стороны, сверху, у нас идет изнаночный ряд, вот мы его вяжем вот так, это у нас изнаночный ряд.
я буду записывать вот тут вот снаружи убавки для изнаночного ряда. И вот когда мы вяжем эту половинку, начиная изнаночный ряд, то у нас убавки в изнаночном ряду будут в конце, это конец. А когда мы вяжем вот эту часть, начиная вязать изнаночный ряд, у нас убавки будут в начале ряда. Я пишу начало. Вот так. Что дальше? 13 сантиметров длина плеча. Допишите, пожалуйста. Чтобы у нас был красивый полукруглый вырез, в самом начале, вот здесь вот, мы должны убавить сразу прямо резко определенное количество петель. Как посчитать это количество петель? И вот опять же 9 вот этих этапов я сейчас запишу. Вот у меня первый этап, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. И с этой стороны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Делю вот так вот, вот количество, значение количества рядов туда-назад, пар рядов лицевых и изнаночных, записываю вот сюда. Естественно, это все синхронно у нас убавляется. Чтобы узнать количество убавляемых петель вот здесь посерединке, я давайте где-то это запишу, где бы мне это записать. Я пользуюсь обычно... Вот здесь давайте я запишу это. Я пользуюсь обычно некоторыми, ну, измерениями, что ли. Смотрите, Саша, ты сказала, что он нашла ошибку 13 сантиметров. Да-да-да, сейчас я покажу, где я это рисовала. Да-да-да, я сейчас покажу. Мы когда с вами считали ширину плеча, когда вот в этой, вот в этом... фасоне, когда спущенное плечо, я просто посчитала ширину плеча и должна была записать ее сюда. Когда мы с вами измеряли ширину плеча для проймы, она у меня получилась 8, но я записала сюда 13. Вот и все. То есть тут может быть 13 в случае, если у вас спущенное плечо. Сашенька, ты сказала, что нашла ошибку в ширине плеча. 13 сантиметров была ширина на образце без проймы. Да-да-да, все правильно. Вот я сейчас объяснила. Поэтому вот тут я записала 8 сантиметров для себя. Это был самый-самый первый эфир. Так, для того, чтобы, повторюсь еще раз, для того, чтобы узнать количество петель, убавляемое вот здесь, в самом начале, я пользуюсь обычно такими измерениями. Это, ну, как бы такая моя наработанная практическая методика, которую предлагаю вам просто перенять. Или можете, в принципе, свое количество петель убавлять, но можно воспользоваться моими такими расчетами. Если у вас вырез не глубокий, вырез примерно до 10 сантиметров, вот эта часть выреза, то здесь посерединке мы убавляем примерно 5-7 сантиметров посерединке. Дальше, если у нас вырез немножко глубже, глубина его примерно 10-15 сантиметров, посерединке мы убавляем примерно 4-5 сантиметров. И третий, если у нас вырез совсем глубокий, глубина его примерно 15-20 сантиметров или больше, тогда мы здесь посерединке убавляем примерно 3 сантиметра. Вот этой как бы методикой, формулой вы можете тоже пользоваться. У меня вырез 10 сантиметров, я решила взять что-то среднее. Остановилась на 4 сантиметрах. И вот здесь я еще допишу, так как это ширина, я допишу 4 сантиметра. Мне нужно узнать, сколько это петель. 23 я умножаю на 4 и делю на 14,5. У меня получилось 6 петель. Здесь должно быть четное число, чтобы можно было 6 петель поделить на 2 части, и с одной стороны, и с другой, получается, убавить по 3 петельки. Убавляю я здесь 3 петельки и убавляю сразу здесь. То есть всего у меня должно быть 6. Почему я пишу 3 здесь и 3 здесь? Помните, как вчера с проймой? Большое количество убавок, минус 3, минус 4, минус 5, мы можем убавлять только в начале ряда. Вот у нас начало в изнаночном ряду, поэтому я записываю минус 3 в изнаночном. А здесь у нас начало в лицевом ряду, поэтому записываю минус 3 в начале лицевого ряда. И тут сразу записываю свои этапы. Я сразу в начале, после больших убавок, обязана связать 2 вместе, чтобы у меня был плавный вырез. Мы не пропускаем в начале ни один ряд, мы всегда делаем в каждом ряду какую-то убавку. Поэтому я сразу убавляю по одной петельке с той стороны. То есть за одну пару рядов лицевого и изнаночного
лестничного я всего убавляю 4 петли. Я вяжу лицевой ряд, в конце убавила одну петельку, начинаю вязать начало изнаночного ряда, в начале ряда убавила 3 петельки. У меня получилась пара лицевой плюс изнаночной, это мой первый пункт, я записываю 3 плюс 1, то есть всего я убавила 4 петельки, и здесь я считаю, мне нужно всего убавить 15 петель, 15 минус 4, мне осталось убавить 11. Что я делаю дальше? Дальше я буду двигаться от большего к меньшему. Вот я убавила... сейчас я себе тут дорисую в шпаргалке отметку. Потому что не до конца отметила себе. Так. Секундочку. Ага, вот, все, получилось. Пересчитала, нашла ошибку. Убавляю от большего к меньшему. У меня сначала было минус 3 петельки, значит, следом я должна убавить или еще 3, или убавить 2, но никак не одну, никак не пропустить ряд, а обязательно сделать какую-то убавку. Мы дальше не убавляем больше, чем 6, потому что вот у нас 6 посерединке, но я обычно люблю убавлять или чуть меньше вот этого значения, или примерно столько же. Ну вот я еще раз убавлю 3 петельки. 3 убавляю и одну в конце ряда. И тут точно так же. 3 я убавляю и одну в конце ряда. Еще раз записываю. 3 плюс 1. Я снова убавила 4 петельки. У меня 11 мне осталось убавить. 11 минус 4. У меня получается, нужно убавить еще 7. Правильно я считаю? Следите за мной, могу ошибиться. Дальше снова от большего к меньшему я уже убавляю 2 петельки и одну в конце. Если мы делаем большие убавки, минус 5, минус 4, минус 3, минус 2 петельки, то мы обязательно должны убавить одну в конце следующего ряда. Это, ну, просто правило, которое следует, которому нужно следовать. 2 плюс 1, у меня осталось 3, не осталось, убавила я 3 петельки. 7 минус 3, у меня осталось убавить 4. Петельки. Дальше тут я снова иду в сторону уменьшения. У меня было 2, я убавила. Теперь я убавляю по одной со всех сторон. 1, 1. Записываю. 1 плюс 1 я убавила 2. 4 минус 2 мне осталось убавить 2 петельки. Дальше здесь я убавляю уже одну. Но следующий ряд пропускаю, то есть как бы еще меньше делаю убавок. Убавляю одну, а следующий ряд пропускаю. И всего я убавила одну. Видите, мы у нас все время идем на уменьшение. 4, 4, 3, 2, 1. Ушли на уменьшение. 2 минус 1, мне осталось убавить всего лишь одну петельку. Следующий ряд я вообще пропускаю. Тоже идем на уменьшение, ничего не убавляю, пропускаю тут, естественно, прочерк тут. Дальше снова убавляю одну и ряд пропускаю. Одну убавляю и ряд пропускаю. Одна петелька. Записываю тут 1 минус 1, 0 петель. Все, все необходимые петли я убавила. Соответственно, тут могу ставить смело прочерки. И здесь тоже рисовать прочерки. Мне убавлять уже ничего не нужно. Как понять, правильно ли вы оформили свой вырез круглый? Вы должны взять листочек. Правильно, сейчас проверим, правильно ли я еще нарисовала. Должны взять листочек в клеточку. Вот у меня такой листочек в клеточку. И этот вырез вот просто нарисовать по клеточкам. Если ваш вырез вас не устроил, вы его нарисовали, видите, что получается какая-то белиберда, неправильно, не круглый, квадратный получился, какой-то V-образный, тогда вы сразу здесь на клеточках его перерисовываете так, как вам нужно. Вы можете, в принципе, сразу нарисовать какой-то ровный полукруг и по этому полукругу рисовать ваши убавки, и тогда потом перерисовать это все в этапы. Давайте посмотрим, как я это делала. Вот середина моего выреза, я отметила середину, я посчитала количество петель, нужное мне для выреза. У меня это 30 петель, высоту у меня 18 рядов, я отсчитала 18 клеточек, и теперь рисую. Смотрите, 3 плюс 1. Я убавила 3 петельки, поднялась на ряд вверх, убавила 1.
Убавила, поднялась на ряд вверх. Снова 3, 1. Убавила 3 петельки, поднялась. Убавила 1 петельку, поднялась. Дальше 2 плюс 1. Убавила 2 петельки, убавила 1. 1 плюс 1. Убавила 1. Убавила 1. Дальше убавила 1, и во втором ряду у меня пропуск. То есть вот я убавила 1, и дальше просто поднимаюсь прямо вверх, у меня пропуск. У меня следующие два ряда вот идут пропуски, то есть я просто две клеточки вверх рисую. Снова убавила 1, и снова пропуск. И потом у меня два ряда лицевой и изнаночной, две пары лицевой и изнаночной, либо 4 ряда идут пропуски. Я рисую 4. 1, 2, 3, 4. Вот я как раз четко уперлась в конец своего выреза, и у меня по ширине тоже все уложилось. Вот если меня устраивает такой мой вырез, я его оставляю и буду уже вязать. Если меня не устраивает, я могу его подправить. Ну, как я тут его могу подправить? Я, например, могу его сделать, ну, предположим, чуть пошире, то есть убавить не 6 петелек по центру, а, ну, предположим, 12 целых. Ну, мне, например, не нравится, когда здесь слишком мало, да? Поднялась я наверх, убавила 1. Дальше что я могу убавить? Например, 2 петельки, потом снова 1. Потом могу убавить 1-1. Потом, например, могу еще раз 1-1 убавить. Потом провязать несколько рядочков вверх, убавить еще 1. И все остальное провязать прямо вверх. Тогда у меня вот такой вырез получается. Возможно, мне этот подойдет больше. То есть я могу здесь на клеточках уже рисовать и подправлять то, что мне не подошло вот в первом моем случае. Самое важное, что вы должны понимать, это то, что в конце ряда, вот здесь у меня конец и конец, вот эти части, вот у меня тут единички и тут единички, это конец и это конец, мы убавляем только по одной петельке. В конце ряда больше одной мы убавить физически не можем, иначе у нас останется хвостик с краю, который нам потом нужно будет обрывать и приставлять новую ниточку. А вот в начале ряда мы можем убавлять, делать большие убавки. Вот у нас начало, вот у меня большие убавки, и вот начало. Тут у меня тоже большие убавки. И здесь в больших убавках очень важно идти от большего к меньшему. Какие еще тут могут быть варианты? Вы, например, можете убавлять... Ну, давайте я где-нибудь запишу тоже в другом месте. Вот у вас полукруг. Вы можете убавлять, например... Взять здесь 5 петелек, 1 тут, здесь 4, 1 тут, здесь 3, 1 тут, здесь 2, 1 тут, 1, 1, и, например, тут 1, и уже пропуск. Это тоже будет от большего к меньшему. Вы также можете не прям по порядку убавлять, а, например, брать 5 петелек убавили, потом 3 убавили, потом 1 убавили, 1, и тут, например, вы уже не убавляете. Это тоже подходит, но самое важное, чтобы было именно вот так. Это правильное значение. Например, если вы убавляете 5, потом убавили 6, потом 6, потом 4, у вас не идет от большего к меньшему, и это неправильные убавки. Самое важное, чтобы у вас шли циферки от большего к меньшему. Так, ну все, я рассказала, девочки, 40 минут прошло. Если понятно, напишите. Я, в принципе, рассказала все, что хотела. Если что-то непонятно, тоже спрашивайте, буду объяснять. Сейчас я переверну камеру, постараюсь получить от вас обратную связь, чтобы я понимала, все ли в порядке. Все ли правильно я объяснила? Возможно, что-то вы самостоятельно у меня увидели, что бы хотелось спросить. Понятно, понятно. Ага, понятно, понятно, отлично, понятно. Спасибо, девочки, спасибо. Для меня это очень важно, чтобы было понятно. Понятно, хорошо, понятно. Ой, я рада, так, спасибо, спасибо. Какие вырезы вы будете вязать? Напишите, у нас тут еще есть минуточек 10. Какие вырезы будете вязать вы?
Может быть, на каком-то конкретном еще нужно остановиться, я не знаю, может, есть какие-то вопросы. Тоже напишите, если вы уже решили, какой у вас будет вырез. Я сразу скажу, что на моем пробном платье был вырез V-образный, я сделала расчеты так, как делала их я, у меня тоже там были убавки в каждом втором ряду, и также у меня на моем пробном платье была пройма маечкой. Вот вчера пройму маечкой мы тоже с вами посчитали. Сейчас я вспомню, где это у меня было. Вот она. И у меня здесь убавки были в каждом четвертом ряду. Приветик, приветик. А свое платье, которое я вяжу в интенсиве, у меня будет пройма. Пройма как раз я посчитала для себя. Вот я буду вязать по тем расчетам, которые я сделала вчера с вами. Где это моя пройма? Вот она у меня. Я буду именно по этим расчетам вязать. И вырез у меня будет круглый. Для своего круглого выреза, для переда я тоже сегодня с вами сделала расчеты. Домашнее задание – скинуть расчеты ваших вырезов мне в... Ой, не могу настроить камеру. Скинуть расчеты вашего выреза мне в личные сообщения Telegram. И обязательно скидывайте расчеты мне выреза и переда, и спинки. Обязательно, потому что нужно их сделать, я уже заговорилась, потому что нужно их сделать, здесь я сделала расчеты только для переда, у меня еще будет спинка, вот для спинки тоже сделаю. И можно рисовать ваш вырез не вот так вот с одной стороны, а прям сразу круглый, то есть опустить ваш вырез переда чуть ниже и дальше вот так вот с противоположной стороны нарисовать вырез спинки, чтобы посмотреть, как этот ваш круг будет смотреться. Так. У меня V-образный, круглый, V-образный, одинаково на спинке и переде, удобно, кстати. Была горловина для платья маечка, да, вот V-образный вырез, это есть та самая горловина маечка, которую я вязала для своего пробного платья. Если вы хотите, чтобы у вас прям совсем-совсем маечкой было, тогда вы оставляете плечо, ну вот, например, как у меня здесь, и тогда V-образный вы свой вырез считаете, ну вот прям совсем таким он у вас будет не крутым, а пологим. И тогда как раз четко пройма маечка и вырез маечка и будут вместе хорошо смотреться. Круглый буду вязать, супер. Скажите, когда мы вяжем до проймы и поворотными рядами? Здесь не важно раппорт, если вяжем по кругу, то просто пополам и поворотными рядами. Да-да-да, когда мы завершаем вязание по кругу, мы делим наше вязание четко пополам, чтобы у нас вперед и спинка были одинаковые, и начинаем вязать туда-назад. Но там мы следим за тем, где у нас раппорт, не раппорт, да, где наше вязание закончилось, с какой стороны, с какой петельки. Потому что бывает, что мы раппорт пополам поделили, и когда мы вяжем пройму и выше, у нас начинается ряд не с первой петельки раппорта, а там с пятой петельки раппорта, если раппорт у вас 10 петель. И тогда тоже отметьте у себя в схеме начало вашего ряда и вяжите туда-назад. Я постараюсь завтра еще показать план своего, не постараюсь, а я покажу план своего вязания проймы и выреза, чтобы вы понимали, как это все правильно записать. И вывязывание проймы полукруглой я завтра покажу. V-образной проймы тоже, думаю, что покажу, на образцах все вам покажу. А ну, V-образная — это вот эта маечка. А спущенное плечо там просто прямо вяжете, вообще ничего нет сложного. Круглый вырез со спущенным рукавом, я сомневаюсь, не будет ли грубо ложиться. Отлично будет, очень хорошо, а почему нет? Мы вязали платье оверсайз такого фасона. Было спущенное плечо и круглый вырез. Хочу спереди V-образный, сзади круг. Вот, значит, вы берете два вида расчетов и делаете расчеты на каждую сторону свои. Саша, если я вяжу V-образную, у меня 66 рядов, и надо убрать 23 петли, получается 2,9, это убирать в каждом третьем? Да, убирайте в каждом третьем, возможно, чтобы, еще такой нюанс, чтобы получился аккуратный V-образный вырез, вы, возможно, не уложите сверху в нужное количество петель, то есть, возможно, если вы будете убирать 3 в каждом третьем ряду, то в конце у вас получится плечо там не 10 задуманных петель, а 1.
11, 12. Ничего страшного, оставляйте. Если плечо у вас будет немножко шире или уже, это не страшно, чем когда вы начнете что-то там мутить, V-образный вырез свой как-то вывязывать неравномерно, и тогда он у вас будет кривоватый. Красивый V-образный вырез смотрится, когда четкие идут убавки и четкая прямая линия получается. Поэтому тут уже, ну, пожертвуйте шириной вашего плеча ради красивого V-образного выреза. Либо наоборот, добавьте, если вот плечо принципиально важно, тогда добавьте там пару дополнительных рядов или уберите там парочку рядов, чтобы вы четко вышли на нужную ширину и на нужное плечо. Я еще буду проверять ваши домашки, прослежу за этим. Возможно, если будут какие-то такие ошибки, то я на них вам укажу. Саша, когда видео будет на YouTube? После прямого эфира я его выложу, запись идет. И предыдущий тоже эфир тоже выложу. У меня 15 раппортов по 15 петель. Как правильно поделить? Сместить на пол раппорта? Можно смещать, понимаете, вот 15 петель это очень мало, и в принципе, да и в принципе, даже если бы был раппорт много петель, но одна петелька, но она вообще роли не сыграет. То есть, если вы переживаете, что у вас узор не будет отцентрирован, ажур настолько, ну, как бы смотрится всегда цельно, он не смотрится как отдельные какие-то косички, он смотрится таким вот большим ажурным полотном. Я не знаю, как правильно это объяснить, сказать. И если там где-то что-то он немножко на одну петельку будет смещен центр, этого вообще будет незаметно, поэтому не парьтесь. Ну, можете сделать, если прям сильно переживаете, на две петельки вперед больше, чем спинку. Тоже это будет нормально, ничего страшного. Кстати, если прямое платье, спущенное плечо, V-образный спереди будет нормально или лучше круглое? Нормально. Вообще считаю, что любой вырез под любой фасон подойдет. Тут нет каких-то конкретно вот к этой пройме подходит вот этот, а вот к этому фасону вот этот. Такого нет. Единственное, что это смотрите на свою фигуру. И уже был у нас эфир про то, как подобрать фасон по фигуре, если у вас есть лишний вес, то там, да, там можно смотреть на вырез, там можно смотреть на ваши достоинства, недостатки, как-то их скрывать, это да. А по поводу фасона, что к какому-то фасону идет определенный вырез, это неправда. Ну, то есть можете выбирать все, что хоть, все, что хотите. Приветик. Так, ну что, 46. Смотрите, у нас хороший эфир, Сашин телефон рулит. Возможно, мой телефон немножко мне Саша подчинит, и он тоже будет себя хорошо вести. Я очень рада. Я так переживала, и Саша даже об этом говорила, что мне прям порой не хочется вести эфир из-за того, что все тормозит, и все ужасно, и это вообще просто кошмар какой-то. Но все у нас хорошо. А, еще раз скажу, у нас после этой после этого эфира в 21:15 начинается лекция наша. Аня, приветик, как ваш ремонт? Начинается лекция, Саша будет ее вести по тому, как, по теме, как установить стоимость, как посчитать, да, правильно себестоимость, как узнать расходы, доходы, как это все совместить, и, ну, естественно, он расскажет это на нашем опыте, потому что как делаем это мы, не будем ничего скрывать, все секреты наши раскроем, будете знать, как мы это считаем. Вот, так что еще можно присоединиться, приходите, у нас дальше будет 6 лекций на разные темы, стоимость всех 6 лекций 1900 рублей. Сумма совсем небольшая, а знаний будет вагон, потому что мы с Сашей готовимся так конкретно. Я очень жду девочек, тех уже, кто оплатил в прямом эфире, очень переживаю, хотя я не буду вести лекцию, буду рядышком сидеть вязать, но все равно так переживаю, как будто, я не знаю, как будто первый раз это все случится. Так что приходите, если что, пишите мне в директ, я вышлю реквизиты для оплаты, еще можно будет подключиться. Продолжается, почти всю стену сделали. О, уже, значит, продолжается и продвигается, это хорошо. Сегодня, кстати, вспоминала тот эфир про фасоны. Шла в длинном платье и поняла, что длина хорошая, открывает ногу в самом узком месте. Вот, это правда работает. Тогда вся нога выше этого места тоже кажется, что она там под юбкой очень худенькая. И где ты силы возьмешь еще на эфир по лекциям?
Не знаю, вот посмотрим, как это будет. Но мне кажется, что не так это будет тяжело, как кажется. Потому что я бы, честно говоря, с вами еще болтала-болтала кучу времени. И мне порой вообще не хочется отключаться. Не переживайте, все получится. Ваши все комментарии, ваши отзывы очень вдохновляют. Я думаю, что мои силы, они как раз накопятся, и все будет хорошо. Фух, ну все, давайте до завтра. Завтра у нас будет практическая часть. Буду показывать, как вязать разные проймы. Буду показывать на маленьких кусочках, потому что мое платье темно-бордовое, и там очень сложно будет что-то увидеть. Поэтому будем мы с вами на какой-то более светлой пряже разбирать проймы разные. А послезавтра разберем разные вырезы. Ну, не разные, я вам покажу, как круглый вырез вязать. Свяжем какой-нибудь образец. Фух, ну вот, вроде все. Потому что в ажуре там есть нюансы. Я хочу вам показать, как в ажуре красиво оформить вырез, чтобы он у вас не был какой-то покореженный. Потому что когда мы вязали ложную кетлевку, то там ложная кетлевка и все косяки закрываются. А здесь в ажуре мы не будем никак обрабатывать вырез. Ну, то есть я не буду показывать обработку, вы уже там как хотите. И поэтому надо сразу делать красиво. Все, до завтра. До завтра, девочки. Сейчас встретимся на лекциях. Очень интересно, как это все будет проходить. Саша, про узоры. Если вяжем от пояса вниз, то как будет рисунок? Например, цветок должен быть вверх. Он будет вверх ногами, это правильно. Ну, вы правильно думаете. На моем пробном платье, откройте, посмотрите, у меня цветы. И цветы, они вниз головой. Это нормально. Ну, я считаю, что вообще нет какой-то проблемы, что ажур связан в другую сторону. Ну, вот вообще нет. Потому что, опять-таки, как и косы, ажур настолько... смотрится хорошо с разных сторон, что, ну, нету ажура верха и низа, ну нету у него верха и низа, поэтому ничего страшного, если оно будет смотреть все вниз. Вот на моем пробном платье мало кто заметил, что там цветы неправильно расположены, что два узора, один вверх смотрит, а второй вниз. На самом деле это так. И смотрится это как будто все нормально. Даже никто не задумывается над тем, что ой, вверх ногами. Ну, то есть вообще не переживайте за то, что вы юбку будете вязать от талии сверху вниз. Я в этом интенсиве хотела показать и хочу, и покажу вам разные еще варианты прибавок в юбке. И плюс ко всему, повторюсь, да, уже, что не хочется мне повторяться, не хочется рассказывать одно и то же, поэтому я вам тут и такой вид внешний показываю, что может платье вязаться и не снизу вверх, а вот так, по-всякому, чтобы вы тоже не боялись экспериментировать в своих каких-то творческих порывах. Заметили? Ну вот, заметили, но я не думаю, что вы подумали, что ой, какой кошмар. Ну, а может, и подумали, я не знаю, но мне никто об этом ни разу не говорил. Вот. Ну, все. Прощаюсь тогда с вами. Если вы не хотите, чтобы у вас узор смотрелся вверх ногами, тогда вы свяжете отдельно юбку снизу вверх, и потом просто швом петля в петлю сошьете ваш верх и вашу юбку. И тогда будет тоже все хорошо. Это тоже как вариант, ничего в этом нет страшного, и все получится. И петля в петлю шов я тоже вам покажу на примере сшивания плеча. Поэтому вообще не парьтесь. Реально вам говорю, не парьтесь. Все получится, все будет красиво. Вариантов миллион, точно вы найдете свой. Я подумала, какая классная идея, цветы по-разному. Ну, это изначально было задумано, но не для того, чтобы цветы были вверх ногами, а для того, чтобы я вязала сначала верх, а потом юбку. Я не знала, хватит ли мне пряжи, во-первых, а во-вторых, я хотела подготовиться к интенсиву, и поэтому я вязала так, как вам буду в интенсиве рассказывать. Вверх и вниз по-разному — это супер идея. Это даже не то чтобы идея, я же говорю, вот так оно у меня легло. Ну все, ой, уже 21 час, через 15 минут начинается лекция, все, всем пока, до завтра, жду вас на лекции, приходите, кто хочет, пишите в директ, буду сейчас пытаться всех охватить, всем ответить. Все, пока всем, ну очень красиво, спасибо, Яна, пока.